И снова здравствуйте, меня зовут Екатерина, мы на канале «Хозяйство и пригодится». Продолжаем серию рассказов, как очистить швы плитки, между плиткой, да? Особенно, когда светлое, это просто бич какой-то любой хозяйки. Я сейчас расскажу, как это сделать с помощью пароочистителя Кёрхер. Вот у меня такой пароочиститель. Соответственно, как это сделать без химии, без химии, только паром. И сейчас вам покажу, как очистить швы между плиткой в ванной. Вот у нее, к сожалению, светлая плитка, и швы тоже затирочка была светлая. И, к сожалению, они вот пачкаются. Сейчас вам покажу, как это сделать. Очень быстро и без особых усилий. Давайте теперь займемся плиткой. Нам не нужна такая длинная насадка, мы ее снимем. Легко снимается, легко разбирается. Вкладывается в коробочку и убирается. Вот есть такая насадка специально для швов. Ну, точнее, не для швов, для узких всяких мест, но в том числе и для швов. Смотрите, не прилагая никаких усилий, наша черная грязная плиточка вместе со швами превращается в желтенькую. Замечательная вещь. Всем рекомендую приобрести этот замечательный прибор. Он незаменим. Если в вашем доме есть собаки, кошки, хорошо видно. Вот так мы превращаем грязную плитку с помощью пароочистителя. Специальной насадки, не прилагая особо серьезных усилий. Далее протираем плиточкой, тряпочкой и спокойненько убираем. Также вертикальную плитку можно сделать, почистить. Осталось протереть нашу плитку тряпочкой и обязательно ставим защиту. Все, спасибо. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на обновление канала.